Добрый день! Сегодня посмотрим на Square 0 от Singso, но не обычный, а зеркальный. Называется Mirror Square 0 Cube. Техническая информация. Коробочка. Красивенькая. SQ0. Mirror. Открываем. Ну, зеркальный. Он, конечно, уже не зеркальный, но одноцветный. Есть даже инструкция. Причем инструкция как раз на ту самую головку, которая внутри. Ну, не пригодится. Видим вот такой вот синий цвет. Все элементы одноцветные, но толщины слоев разные. Стандартный Square 0, который уже у Singso был. Естественно, слои одинаковой толщины. И 6 цветов. Здесь цвет только один. Будет ли зеркальный Square 0 проще? Да, конечно, будет. Цвета собирать не придется. Но зато в перемешанном состоянии он смотрится интереснее. Все тут, ну, мешай, и он сам собрался. Так тоже бывает. Все углы одного слоя одинаковые, а кроме углов здесь ничего и нет. Перемешанный. Напомню, что компания Singso выпускала сквайры магнитные 0, 2 и 1. Ну, первый я не покупал, вот MGC для примера. И также в зеркальном виде есть сквайр первый, про него мы поговорим отдельно. А что же здесь? Давайте просто соберем. Средний слой сделан так, что если меньшая часть слева, то сверху будет более толстый слой, а снизу тонкий. Ну, объединяем просто углы. Вот у нас 3 и туда 4. Углы абсолютно одинаковые, поэтому собирается быстро. Также, если сверху собрались, то снизу тоже стоят правильно. Единственное, что может здесь возникнуть дополнительно, это разворот среднего слоя. Решается, как и на обычном сквайре, R2, U2, R2, U2. Ну, как на кубоидах, стандартный разворот среднего слоя. Можно, конечно, сделать так, что развернется весь средний слой, но в этом случае у нас будет сдвиг вот такой. Чтобы вращать, да, придется делать так. Ну, и это тоже можно решить. Разворачиваем и верхний, и нижний. И вот. Потом просто перевернуть. Как-то так. Очень простой. Если вы не хотите утруждаться, то это то, что нужно. Он, конечно, больше для коллекции. Первая версия будет чуть поинтереснее. Но это первый зеркальный сквайр, который я видел. И просто как коллекционная вещь, наверное, будет интересно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.